Здорово всем, ребят, с вами Хилл Хёртс, и это игра Feudal Alloy. В общем, вроде как 2D-шный платформер, то, что я люблю. Давайте же начнем. Ну действительно, да-да-да, конечно, хочу. Atu was just your average farmer robot, who lived at the edge of a small village. He'd spent his entire life taking care of retired veteran robots. He oiled their rusty bodies using sunflower oil, which was made from sunflowers that he had grown himself. The job wasn't an easy one, but it was immensely fulfilling for him to provide a useful service to others. His job gave him the opportunity to hear lots of interesting stories from the elderly robots. They told him of how they had spent their lives traveling to faraway countries and had fought in many significant battles throughout history. Atu had always wanted to travel too, but his plans always came crashing down around him before he had even gotten started. Atu also knew only too well how dangerous the creatures in the local surrounding woods were, so why would he risk traveling beyond the boundary of his home village? Then, one quiet summer's afternoon, the village was suddenly ransacked by a gang of robot bandits. They stole all of the vitally important oil supplies he needed to care for the retired robots, as well as valuables from local residents. Atu was concerned and didn't really know what to do, but he had a strong feeling that he had a responsibility to help the other villagers and decided to bravely go against his gut and venture into the dangerous woods. He borrowed a rusty sword from one of the elderly robots and set off on a mission to reclaim the stolen oil that the villagers so desperately needed to survive. The best clandestine escape route that Atu could think of was traveling through the interconnected cellars underneath the village, which were designed to protect people from enemy attacks during wartime. Возможно, наверное, стоило озвучить, но я что-то не решился. Короче, у нас есть что, прыгалка? А, и сразу давайте скажу, эту игру я подглядел на канале у бабки Ёшки. Ссылку в описании оставлю. Так, силовой атаки нету, это... Говорит, ага. Так, ну всего одна атака, вроде как, и прыжок. Остальное либо неактивно, либо у нас еще нет. Ого, эта штука ломается, прикольно. Что, в бочках? В бочках шестеренки. Возможно, это аналог местных душ. Не уверен. И нам, типа, сломать нужно? Так, это что? Вы нашли масло, но источник вашей энергии, так что очень ценная находка. Чтобы увидеть и пить, нажмите ЛБ. Типа хилочка? Прикольно. Я так и думал, что здесь будет урон, ну а куда деваться? Эту штуку сломать невозможно. Блин, озвучка невероятно крутая. Так, а здесь что-то все горит. А когда горит у масла, это значит не очень хорошо. Так, мы там, по-моему, перегреваемся, да? Слева сверху, видите, индикатор. Ну ладно. Вроде персонаж бегает, значит все норм. Но это не точно. Что-то упало? А, я бить не могу теперь. Мне, видимо, нужно охладиться, не знаю. Так, это склянки с охлаждалкой. Вы нашли охлаждающую жидкость. Угу. А, РБ, правая кнопка. Опа, нормально, потухли. А что делать, куда идти? Очевидно, куда-то сверху и что-то сломать, потому что, видимо, я до этого не мог. А, нет, я здесь тут же начинаю прикипать. А если я прям сейчас выпью? Так, ну... Даже не знаю, честно сказать, куда топать. Да, ясно. Что-то, короче, непонятно. Написано вверх. А я могу как-то это сломать? Да, могу. Отлично. Блин, что-то... Я не готов к головоломкам с утра пораньше. Угу. Это, по идее, тот засор, который мы видели. Ну, наверное, взорвется, но давайте посмотрим. А, нет, это... Это хилочки же. Интересно, они исчезают, если я их не успею подобрать?
И как же неудобно их подбирать стиком вниз. Тупо как в Dark Devotion. Так, не ломается. Ага, мы вроде как выбрались. Что снизу? Ага, стиком можно вертеть. И это полезно. Угу. Мы, по идее, могли сходить туда, но я не уверен, нужно ли нам это. Ну, раз дальше есть тоже куда идти, значит, стоит сходить. Давайте заглянем. Ну-ка. Так, ага, то есть я... А я могу сбить эту фигню? Да, могу, слушайте, и детальки еще получу за это. Отлично. Вот, например, я узнал то, что эти штуки можно ломать. А это можно пикапнуть. Пока не знаю, что это такое, но я думаю, нам пригодится еще это. И мы узнаем, зачем это нужно. Сюда я не допрыгиваю. Лапки. И сюда тоже закрыто, говорят. Так, давайте ломаем эту фигню. Ништяки нам пригодятся. Налево нет смысла, есть смысл направо. Ага, налево есть смысл, потому что я туда не могу запрыгнуть. Тупо взлом с проникновением сейчас будет. На какую кнопку просто ударить? На А, на Б, на низ. А, типа дверь уже открылась, ладно. Все оказалось гораздо проще и прозаичнее. Так, вниз у нас мина точеная. И я почти активировал ее с собой. Было бы очень неловко, думаю я. Угу. И на второй раз такую штуку мне уже даже нагибаться не пришлось, чтобы забрать. Так, мы можем пройти вперед, но мы же и назад можем пройти. Урон от падения вроде бы нет. Так, у меня 3 хилки, если что. Вау, прикольно. Я бы сейчас это место пропустил, вы представляете? Как это активировать? На А? Наверх? Наверх, окей. Это какой-то протез для секиро. Железные руки фермера. Ага, отлично, мы их экипировали вроде бы, да? И теперь мы теперь круче просто стали. Ну ладно, бывает. Здесь у нас куча коинов лак. Угу. Опа, эта штука ломает. Ого, вы гляньте. Я просто мастер поиск по поиску кладов. Интересно, можно потом какую-нибудь кастомизацию себе устроить? Было бы неплохо, мне кажется. О, первые враги. Наконец-то, я, конечно... Ух, а я, если честно, не думаю, что мне сюда придется. Точнее, то, что они могут трекинг... Ну, как это? Смотреть, где я, и идти в мою сторону. А, так это стаминка, господи, я думаю, что это за фигня? Это стаминка, оказывается. Это очень круто, это очень круто. Я сегодня немножко нервный могу быть, потому что я с самого утра ругаюсь с этими, с мегафоновцами. Ужасный тариф. Просто вообще, ну, некрасиво ребята поступают. Вот я все утро пытался с ними прийти к хоть какому-нибудь соглашению. Но что-то так и не получилось. Специально на ночь не оставлял рендер серий, для того, чтобы компьютер на, на вирусы проверить, полностью антивирусом прогнать. Ну вот, то есть прогоняю вирусом, уже такой почти встаю. Такой, ну вот, несколько там вирусяк нашлось, говорю, сейчас нажму обезвредить. И фигакс, отключили свет. Я такой, окей, думаю, 5 часов до 5 вечера не будет. А потом меня где-то через часик включили, и все хорошо. Так, надо не забывать то, что я перегреваться могу. Блин, игра настолько простенькая, но настолько затягивающая, интересная, прям ух. Так, ну, обычно, если есть возможность какую-то в сайд-локацию пойти, лучше пойти. Это что такое? Говорит, Ладно, возможно, здесь чего-то не хватает. Давайте глянем урон от падения. Его нет. Нажали. Ага, она... А, это чекпоинт, видимо. Сюда, наверное, зайти можно. Опа. Угу, это мистер Робот. Железные ноги деревенского жителя. Блин, прикольно. Господи, круто. Круто. И то есть, получается, каждая вещь будет какой-то бонус давать. Стальной... Я думал, стиральный корпус, типа стиральной машинки. Не, игра пушка, ребят. Как бы кто бы что ни говорил, игра просто пушка. Так, а что сделать?
Ну, явно не сюда. Я бы, конечно, мог с собой попробовать, но что-то нет желания. Мистер манекен для тренировочек. Так, ну окей, тогда мы поняли то, что необходимо собирать денежки. Это вполне себе важный ресурс. Так, я что-то... А, это дверь, господи. Чего? А, наверное, это телепортация, окей. То есть, а почему же я ту не смог активировать? Непонятно. Так, стоп, а это вот эта дверь? А-а-а-а. Хорошо, нельзя открыть. Что-то бандитами, которые опустошили селение, пока что даже и не пахнет. Так, можно как-то быстро съезжать? Нет, что-то я не нашел кнопочку. Ага, думал, я тебя не замечу. Я тебя, конечно, заметил, но что-то как-то не успел развернуться. Ух, а вот это было внезапно. Бочка, бочка, хорошо. В бочках почти всегда ништяки лежат. А наверх я, наверное, не. Я могу попасть наверх, но давайте вниз сначала сходим. Я думал, это какая-то хижина, это продолжение подземелья. Ну, прикольно, ну, прикольно. Так, а есть ли вариант вот сюда запрыгнуть? Ага, мы даже прыгать можем. Тогда это легко. Или нет? Что-то не могу. Во. Это свиток. Отлично, вы нашли фрагмент карты. Карта. Ого, нифига себе. А, понял. Вот так. А, отличная карта. Господи, а можно... Так, а, увеличить. Ладно. Держите в курсе, карта хороша. В скобках нет. Очевидно, эта штука непробиваемая. Проблема в том, что я уже немножечко запутался. Куда я шел, куда идти. Прекрасно, вы нашли первый украденный медальон. Его владелец очень обрадуется. Инвентарь, наверное, да? А, слушайте, я это прочесть могу. Упс. Я выкинул? А, вот, я ее активировал, отлично. То есть тут есть даже карта у нас. Это круто, это очень круто. Первые летающие гнусы. Нормально, иди сюда. Мы их профессионально отомнили. Давайте вниз, раз сюда можно. Ай, просто чумной город спустился. Слушайте, у них, по-моему, даже звук вертолетов. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, да. Просто, опять же, впечатление об игре складывается зачастую из мелочей. Ой, я не специально. А щипка, давайте попьем. Плюс масло. Нормально, не подпустили их к себе. Главное, стаминку не слить. А что это за баночки? Вау. А вот этот мужчина выглядит опасным. Так, вертолеты, вертолеты, я сегодня не пил, уходите. Отлично, его можно заспамить, если бы у меня схватило стаминки. Ай, дядя, больно, не бей. Вот сейчас успел развернуться, и все было стильно, модно и профессионально. Ну и чё? Тебя поставили, а ты же прыгать не умеешь, да? Не подумали о тебе разработчики. Активировали? Мне интересно, здесь же, по идее, мини-боссы всякие должны быть, да? Так, ну это будет просто, это самая легкая головоломка. Проверяйте. Опа. Да это же босс. Так, маленькая пипяка сейчас получает по лицу. Надо было считать, сколько ударов требуется. Так, вертолеты прилетели. Отлично. Так, теперь три противника. Оу, щит, ну ладно. Мы, парни, жесткие, мы и троих развалим. Ну или нет. Иди сюда, не подходи. Ой-ой-ой. Вот это уже немножко неприятно. Жаль, воротов нету. Получается, только на прыжках проходить это все. Быстро похиляться. Попробовать убить эту. Блин, а почему они первым своим хитом сразу меня дамажат? В смысле, хилки кончились? По-моему, я проиграл. Блин, ребят, а можно хватит? Они же сейчас нанесут мне урон. Да, ребята, дайте пожить-то, ё-моё. Ну все, ХВП. Или живем еще, господи, еще как-то живем. Нормально. Это сложно, но я держусь.
Я прошел. Так это даже не босс. Фу ты. Я бился как тигр. И ради чего? Угу. То есть мы возвращаемся. Я понял. Понял, плюс принял. Так, у нас часть микросхемки. А, возможно, собрав в отлично найден модуль бомбы. Ого. Так, а что делать? Как, куда его активировать? И сложно, сложно. Ничего не понятно, ничего не понятно. Ладно, разберемся. Это тупик? У нас есть дорога направо, а как сюда пройти? А, мне сказали, типа, найден модуль бомбы. А, и мне, я так понимаю, нужно ее как-то бросить. Бомбы. Буковка Б, ну-ка. Но у меня... Стоп, что-то я туплю, ребят. В тот раз просто самое интересное, я как бы нашел, где эта бомба находится. Еще разочек. Сменить цвет. Инвентарь, пауза, рывок. Использовать охлаждение. О, подождите. Рывок написано есть, но что-то рывка нет. Я нечаянно не ту кнопку прожал. Бомбы, прыжок, блок, атака. Сменить масло, сменить бомба. У меня их нет. И что делать? Модуль бомбы позволяет метать бомбы. Зачем ты меня обманываешь, игра? Я бы тебя осудил. Ну, может быть, я просто еще бомбу не нашел. Я там могу, кстати, куда-то пройти в другое место? Да, я совершенно спокойно могу направо пройти. А, я уже не вернусь. Хы. Окей, тогда я буду разбираться. Вот вы не поверите, я только выключил запись и подумал то, что, скорее всего, вот это и есть бомба. Да, господи, какой... Какой я не очень. Чтобы бросить ее, взорвать... Ой. А я думал, она типа будет бросаться вперед. Она уже не взорвется? А, прикольно. Нормально. Теперь умеем. Так, и у нас теперь нету хилок. А это, кстати, не очень хорошо, знаете ли. Ну и теперь типа мы можем вот эти бомбы, не бомбы, а вот эти штуки взрывать. Отлично, супер стильно. А это можно вообще сломать. И здесь целый спрятанный ништяк. Бабосики, как же я люблю бабосики. Нормально так ништяков насыпало. Так, тут какие-то очень страшные звуки справа. Здесь у нас снова бомба, берем-берем. Ну это я умею взрывать. Забавно. Слышите, затягивает немножко. Если вам захочется прохождение, вы пишите. Ну, хотя я не знаю, буду ли я проходить, но мало ли вдруг. Пока не планировал. Планировал просто посмотреть. О, это лифт, нифига себе. Что это такое? И типа забросить. Опа, новый дрын. Так, иди сюда. Стальной заступник. Урон, температура перегрева. Железный косарь. Ладно, я знаю, что косарь. Давайте вниз поедем. Так, а карта у нас? Чё по карте? Наверх, да, мы пойдем вверх. Давайте направо сгоняем. Так, мы можем еще ниже. Давайте глянем, мы хотим. Да, в принципе, не знаю. Давайте глянем, чё нет-то. Возможно, я здесь уже был, и это все зазря. Ну ладно. Нет, это не зазря. О, бабло. Это очень хорошо. Так, единственная проблема теперь как-то отсюда выбираться. Давайте направо. А мало, я просто со всех сторон буду бахать. И, кстати, по-моему, теперь я могу намного больше бить. Без ущерба. Но я сейчас, по-моему, отъеду. Я бы не хотел. Да блин, что со стаминой? Я просто хотел показать вам, что происходит при смерти персонажа. А, на чекпоинте просто появились. И даже все деньги на месте. А мы хоть что-нибудь потеряли, интересно? Так, а мы где были еще раз? По идее, да, можно направо сгонять, если там есть проход. И этим давайте и займемся. Хотя еще Dark Devotion нужно целый допройти. Так, мистер вертолет, иди сюда.
4 удара. 1, 2, 3, 4. Хорошо, посчитано. Calculated, как говорится. 2, 3, 4. Этому 5 надо, но стаминку надо порегенить. Блин, просто прыгнул ему на лицо. 5 ударов. 3, 4, так. Мансим, мансим. И разваливаем ему кабинет. Вроде первый раз не достал, а второй раз достает. Не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом. Я думал, по этой штуке как-то вскарабкаться можно. Но, видимо, нельзя. Так. А я не помню, а точно здесь проход есть? Потому что что-то я вот иду и сомневаюсь, что он есть здесь уже. Даже если не будет прохода, мы его сделаем. И там у нас, насколько я могу видеть, дорога направо, налево есть. Правильно? Вот сюда. Блин, не попал. Повторим. Ой, ништяки не собрались. То есть необходимо с прыжка это делать. Опа. Слушайте, вот это уже будет сложно. Еще вертолеты летают. Так, иди сюда. Прошел и не ощутил. Где-то здесь летает мистер вертолетчик. Здесь есть проход, ну и снизу есть проход. А можно посмотреть? Давайте глянем, что здесь. А, я... Господи, я понял, где это. Так, ну тогда получается, куда-то направо нужно идти. Либо вообще вверх выходить. Да, и вообще топать, получается, в другую смежную с этой локацию. Давайте этим мы, наверное, и займемся. Что-то столько деталек рассыпанных осталось. Не ожидал я такого от себя. Ну, в плане, что не буду собирать все, что падает. Так, топаем сюда и смотрим. И нам необходимо ход направо искать. Где его взять? И это останется вопросом. Ага. Мы сюда не могли раньше пройти, потому что, ну, прохода не было. Знаете, звук, по-моему, из GTA-шки 5, когда потрачено. Скорость охлаждения, урон. Подождите. А, так фермеру хуже. Вот эти мне надо. Вот, нормально. Теперь мы со стильными руками. Хорошо, пока идем уверенно. Наверх, наверное, нам наверх надо будет идти. А здесь вроде как тупиковая часть локации. Давайте мы ее и зачекаем. Так, да господи. Только так получается скипать лесенки. И сюда. Нормально. Так, там двое дядек опаснейших. Так, ребята. А вы знаете, что я бомбоноситель? Ай. Оу, щит. Так, сейчас бы не сдохнуть еще, знаете ли. Блин, я думал, эта штука их ваншотнет. Ребята, простите, я думал, это будет ваншот для них. Серьезно. Ладно, давайте попробуем технику спидрана, знаменитую. Скорее всего, ничего не выйдет, но я попытаюсь. Только вертолетчиков, наверное, буду убивать. Ну, потому что они самые проблемные ребята, на мой взгляд. Так, не подходите. 3-4. 1, 2, 3. Хорошо, стильно. С этими разобрались. Ай, да. Я никак не привыкну, то, что даже касание наносит урон. И у меня хилки закончились. Это тоже очень и очень неприятно. Так, ну здесь я помню, здесь направо. Я, в принципе, с теми двумя опасными просто могу не сражаться. Ай, я не знаю, почему я захотел побежать сюда. Возможно, это какие-то мои проблемы, да. Но это не точно. Так, здесь, как я и говорил, нам вперед, но мы пойдем направо вниз. А, можно просто спрыгнуть, окей. Что, в принципе, тоже неплохо и довольно, ну как, приемлемо, скажем. Нет, нет, ошибка, it's a fucking mistake. Нормально. Не ощутил. Здесь тупо бабосики. Это я люблю. Хорошо, с более высокой точки гораздо проще прыгать, нежели с более низкой. Пойдемте дальше. Так, я бы сюда не ходил, но здесь какой-то ящичек, в котором всякие ништяки, а это лишним не будет, знаете ли. Господи, как же этот вертолет меня бахает, просто входит в мое пространство и делает мне неприятно.
Главное, стамину не зафидить, нормально. Так, а это какие-то новые дымовые шашки. Так, я думаю, я успею. Блин, вот это проблема, наверное, сейчас отъеду. Вроде не, кое-как выжили, кое-как выжили. Давайте глянем, что здесь. Потому что здесь есть проход, как минимум. Карта вниз, давайте налево сгоняем, не знаю, стоит это того или нет. Да, стоит, слушайте, мы на лифтах. Нормально, нормально. А, то есть и здесь проход, офигеть. Господи, сколько всего сокрытого здесь. Просто немыслимо. Ну, от себя лично хочу сказать то, что, на мой взгляд, игра более чем достойная. Это реально космически крутая. Так, ну и вроде как мы уже дошли до какого-то логического завершения этой части локации. Давайте пройдем. И будем, наверное... Господи, я забыл, что эти ребята воскрешаются. А у меня хилок-то и нет, и что делать? Просто один шальной урон по мне, и все, и ГГВП. Поминайте, как звал Ли. Так, мне бы налево, ну... Ладно, я жесткий. Я просто боялся не допрыгнуть и получить по лицу. Так, ну, вижу ящик. Хочу разбить ящик. Так. Слушайте, денег сыпется прям нормально. Первые трудности. Я же хитрый, я могу так, наверное, бить, да? Нет, я не хитрый, господи, просто минус лицо дал. А это, знаете, это еще далеко не конец. В общем, давайте, наверное, на этом завершим. Если вам понравится, пишите, возможно, я буду проходить. Ну, не думаю, ну хотя игра, правда, очень годная, очень интересная, очень крутая. С вами был Филхёрд, всем всего хорошего и удачи, ребят, вы самые лучшие.